За рабочим столом руководитель ТОС номер 57 составляет план на следующий год. Коренная казачка родилась и выросла в Краснодаре. После института с мужем уехала в Надым. Работали на газовом месторождении, принимали участие в строительстве железной дороги. Уже тогда Тамара Григорьевна проявила организаторские способности и боевой характер, заняв должность начальника отдела труда. По возвращению на Кубань местом жительства выбрали Анапу. Здесь успела поработать и председателем общественного комитета, и заведующей Анапской общественной приемной. По словам Тамары Борисовой, весь секрет ее успеха в трудолюбии и желании сделать город лучше. Неравнодушный человек, просто неравнодушный человек. Поэтому хочется, чтобы было хорошо, чтобы была красивая Анапа. Готовимся к курортному сезону, обязательно готовимся. Очень много цветов, сейчас нету, очень много цветов, сажаем много цветов. Так, то есть, чтобы к нам приезжали с удовольствием люди отдыхать. Дети и внуки выросли, разъехались по разным городам, поэтому все свободное время Тамара Григорьевна посвящает общественной работе. В 2005 году она заняла первое место в конкурсе на лучшего работника ТОС. В копилке 17 грамот, более 20 ценных подарков и многочисленные благодарности от представителей власти и местных жителей. За время ее руководства ТОСом по улице Толстого заасфальтировали 11 дворовых территорий. В 4 домах поменяли электроснабжение, а также установили детскую площадку. Сейчас округ готовится к празднованию Дня Матери и Новому году. За ответственность и трудолюбие Тамару Борисову уважают друзья и соседи. Может служить примером не только для своей семьи, но и для окружающих. Своей вот зарядом бодрости, энергии. Она очень душевная, отзывчивая. О чем не попросишь, всегда поможет, придет в трудную минуту. Несмотря на бурную общественную деятельность, она всегда находит время, чтобы позвонить своим детям и внукам. А их у нее в общей сложности вместе с правнуками 15 человек. По большим праздникам собираются все вместе, а по выходным ездят друг к другу в гости. Хорошо, дружная семья. Я вот только недавно приехала из Краснодара. У внука был день рождения, мы все там собирались. Вот самая очень дружная семья. Все друг друга поддерживают, дружная семья. Так что приятно. День матери для семьи Борисовых – праздник особенный. Тамара Григорьевна уже готовится к поездке к детям в Краснодар. Попутно успевает решать и насущные проблемы своего округа. Нужно благоустроить часть двора, начать подготовку к Новому году, провести разъяснительную работу с жителями. По словам Тамары Григорьевны, в любом возрасте можно быть нужной и полезной не только своим родным, но и обществу. Для этого всего-то надо быть неравнодушным человеком и любить то место, где живешь. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.